Ходите ли вы с мамой и с папой по магазинам? Ходим. Ну, потому что там можно всякую кошку купить, или игрушечку кошку, или кулончик, или украшение, или мармеладки, или мороженое, или еще что-нибудь. Знаешь ли ты значение слова «шопоголик»? Нет. А зачем нужны эти скидки? Чтобы люди покупали больше и больше и больше и больше и больше.